Россия, похоже, выбрала себе новую масштабную и дорогостоящую цель. Премьер Медведев сегодня заявил на заседании правительства, нужно как можно скорее ликвидировать отставание в биотехнологиях и генной инженерии. Объем этого рынка в мире к 2025 году, по прогнозам, составит 2 триллиона долларов, и на Россию от оборота пока приходится менее 10%. Конкурентов предостаточно. США вот активно инвестируют в биотехнологии, Европа, Япония. В новом плане развития отрасли в России заложат цель – увеличить производство биотехнологической продукции в 10 раз. За какой срок, правда, не уточняется. Наша задача заключается в том, чтобы ситуацию изменить, создать условия для развития в стране мощного сектора биоиндустрии, развивать исследования и разработки в области биоэнергетики, биотехнологий и агропищевой биотехнологии. И, конечно, уделять внимание повышению квалификации инженерно-технических кадров.